Итак, всем привет, друзья! Мы находимся в Космосаунде, город Екатеринбург. Долгожданное видео, сравнение 25-х динамиков. Да, 25-й формат, он не для каждого подходит, то есть невозможно просто вот снять дверь, поставить туда вот такую бандуру, и чтобы она хорошо играла. Для нее нужен объем, там, дверь зашумить и так далее. В общем, много но. Компания DL сделала два динамика 25-го формата, то есть он, могу сказать, не такой ходовой, потому что те же самые громкие SPL-щики, они стараются собирать там, ну, на 20-х динамиках свои калитки, там, стены, еще что-то. 16-е динамики, это вот оралки условно, которые вот такой вот маленький динамик может стоить там порядка 20-30 тысяч. Все потому, что он там очень много децибел дает. Но минус маленьких динамиков громких, то что именно вся их громкость сконцентрирована на определенной частоте, то есть условно, которая может резать уши. Это, например, какая-то лютая середина. Вот, для чего ставят 25-е динамики? Во-первых, это большая площадь. То есть, условно, если мы включим какой-то трек пониже, то мы будем, скажем так, ощущать на своих почках, на других органах, как музыка стукает нам по телу. От теории к делу. 6 с копейками. DL Raven 9 с копейками. Ну, я так говорю, потому что, опять же, рыночная цена там может меняться, дороже, дешевле. В общем, от 9 начинается. Первый у нас на прослушке будет Griffon Pro 25-й. Звук мы будем брать вот с этого микрофона. Сейчас мы это все подрубим для чистоты эксперимента. Мы заснимем один и тот же трек на одинаковой громкости и просто будем менять динамики. В монтаже это все будет показано, подписано, где что играет. Вот, и сами для себя сравните, что вам на слух более приятнее, что-то может ниже играть, что-то забирается выше. Вот, давайте все это сейчас посмотрим и послушаем. Никаких замеров громкости в плане там, как они на датчик, на белый шум и так далее. Мы исходим из той позиции, что вы же не катаетесь там на соревнования там и не включаете там белый шум. Вы там перед девочками не говорите, что там у вас 228 дБ с одного динамика играет. В любом случае все на слух. Через камеру пытаемся вот вам передать просто, как тот или иной динамик играет. Здесь срез 60 Гц четвертым порядком. Хотели мы, в общем, поставить еще Pride Diamond в то же отверстие, но, как я и говорил, динамик динамику рознь, и даже 25-й калибр может условно не помещаться в ваши кольца заготовленные и так далее. Ой, блядь. Что он не играет? Я люблю эти динамики, блядь. Оранжевый цвет, он не в каждой машине уместно смотрится. То есть, если у вас, опять же, не какой-то не шоу-кар. Вот, например, опять же, можно сравнить стенд. Оранжевые динамики, да, они выделяются. Но, например, фулл черный было бы тоже стильно. Но, опять же, на вкус и цвет товарищей нет. Кому-то это нравится. Вот, а в целом, по громкости мы, наверное, их замерим потом уже в моей машине. Подрубим это все в одну калитку, дадим им мощности, дадим им жару, самые экстремальные условия с неправильными срезами, с превышением мощности вот этого вот всего. Все, как мы любим, все, как мы слушаем по городу, катаемся и так далее. То есть здесь мы постарались в максимально одинаковых условиях вам это все показать, что как играет, от одного объема, в одном коробе. Вот, и в целом, как я могу вам сказать, 25-й динамики это... Ну, это, наверное, не для всех. То есть к 25-му калибру надо прийти. Кто-то там выберет, лучше поставлю две двадцатки, нежели чем большой 25-й динамик. Вот поэтому выбирайте, слушайте. Слушайте какие-то другие проекты, как они играют. Вот по своему опыту скажу, не стоит смотреть на
цифры, то, как они белый шум играют, потому что, ребят, опять же повторюсь, белый шум никто не слушает. Там ни на сходках, ни перед девочками вы не выпендриваетесь, то, как они у вас там шипят круто, громко и так далее. Проверяйте все на музыке, на треках, которых вы принципиально слушаете, потому что вам могут включить какой-то там панчевый трек, и вы думаете, о, динамик крутой. А по факту он, например, у вас середину не сможет никак нормально отыграть, потому что он только и предназначен для того, чтобы стучать. То есть это тоже все исключительно под свои потребности, настраивайте их, слушайте. Вот. Как-то вот так. По своим ощущениям могу сказать, грифоны играют ниже, рейвены забираются чуть-чуть повыше. Мне кажется, в них и мощности можно влить гораздо больше, то есть они именно вот раскроют свой потенциал от большой мощности. Но опять же, если это все ставить в дверь, где очень маленький объем будет, они, наверное, уже заиграют как-то по-другому. Это надо все, опять же, слушать, тестировать, ставить их в калитку, проверять, что как играет. Вот. С вами был Саша Джаггер. Мы находимся сегодня в Космосаунде. Вот, спасибо ребятам, что выделили для нас время, чтобы мы приехали, засняли обзор. Вот, а впереди мы еще постараемся подснять уже в боевых условиях эти динамики. Вот, а пока ставьте лайк, задавайте вопросы в комментариях, подписывайтесь на канал и живите громко.